Присядьте со мной вместе, а? Ради теста, чтобы да, кстати, присесть, да. Вы большой вес да? Просто, чтобы выдерживать теста. Лавку. Для теста. Да, мы вот это уберем просто. Да. Вот это можно убрать. Да. А, не, вот это встать. Не, присесть. Присаживайтесь на середину. Ну, что, да. Что она выдерживает вес. Присаживайтесь. Да я вам так могу сказать, что она выдерживает. Ну вы присесть-то можете? Давайте. Присядьте, пожалуйста. Вот, присядьте, вот. Вот это лишнее. А что его держит? Ну зря мы так. Так нельзя, конечно, делать. Она же не прыгает. Вы сейчас видели, как делать не надо. Да, так делать не надо, потому что мужчина просто взял, подпрыгнул. И у нас 110 надо килограмм снять. Всем весом. А, кстати говоря, это неплохой вариант. Мы вдвоем сидели, и он еще. Да, надо снять этот сигнал, что камеры подойти. Да. Но так делать не надо. Ну, короче, приглашать таких людей прыгать не нужно. Но тем не менее, Полов не упал под нами, а вот чуть-чуть погнулся. Но он сказал, что у него 150, и он прыгнул на него. Не, ну не 150, ну 100 в нем есть. Он что, больше меня? Ну хотя да. Но 100... Он не 109. Да? Но в нем 110. Ну. Да ладно, у него живот такой вот. 120 максимум. Нет, разогнуть это можно, конечно. Ладно, во всяком случае он не упал, он выдержал. Он не упал, он выдержал, но он ушел. Да, да ладно, будем считать это как... Это как дроп-тест, как у айфона. Как у айфонов дроп-тест. Надо...